Але якщо ми не знаємо історії нашої, то я вам хочу сказати. Вперед, треба почувствувати ти. Твоя нога, одна ли вторая, вперед, впереди. Кашмина, Бема Алок, Дошим, Ори, Кезохар, Ахатракия, Маскарин. Шаббат шалом. Неожиданное представление. Я даже не знаю, надо ли говорить, кто я. Итак, меня зовут Артем, я из Житомира, и я являюсь служителем общины Бейт Шалом. Сегодня мы с вами. И, как сказал Ребе, для нас это привилегия. Быть в собрании святых, быть равными среди равных, быть сынами среди сынов и дочерьми среди дочерей. И тот повод или та тема, по которой мы сюда собрались, по которой Бог нас побудил сюда приехать, она, если о ней постоянно размышлять, она весьма и весьма пронизывающая наши жизни бесконечно. По крайней мере, могу сказать мою точно. Итак, с чего бы нам начать? Аминь. Слава Богу за знающих братьев. Для того, чтобы начать менять мир, да, к чему, в принципе, мы и призваны. Потому что Машиах пришел в этот мир, чтобы его изменить. И если не весь мир, то хотя бы какую-то его часть. Нам, наверное, начать надо с себя. Правда? Хорошая пословица, она мне очень нравится. И так получается, что я довольно часто применяю к себе и советую братьям или сестрам применять к себе также. Хочешь изменить мир? Начни с себя. И можно, конечно, возразить, сказать, что это выражение не из Библии. Да, это выражение не из Библии. Это мирская мудрость, это пословица, хорошо всем известная, но вы знаете, иногда мир говорит некоторые вещи, сам того не подозревая, на какую глубину он опускается в своих высказываниях. Для меня же эта пословица очень сильно пересекается с 1 Тимофея 4:16, где Павел говорит Тимофею: «Вникай в себя». Себя. Вникай в учение, и этим спасешь многих. Хочешь изменить мир? Начинай в себя вникать. Начинай в себя вникать, вникай в учение. Итак, все произошло в далеком уже 2008 году. Если честно, я не знал, что я как бы этими переживаниями буду когда-либо с кем делиться. Было подозрение, но не было уверенности. Был нелегкий период в моей жизни. Не внешне, нет, внешне все было хорошо. Все даже было очень неплохо. Хорошая зарплата. Нормальный быт. Сытость определенная. Самое интересное, что в этом зале сидит человек, который может это подтвердить. Ибо он тогда был со мной и в сытости, и в зарплате, и в быту. Но внутри что-то происходило. Что-то происходило, происходил какой-то процесс. Я точно знаю, что на сегодняшний день и тогда понимал, что процесс запущен Всевышним. Потому что, вы знаете, он всегда, он любит нас такими, как и есть. Вы знаете об этом, что Христос, Бог Отец и Дух Святой любит нас такими, какими мы есть. И Он нас такими к себе приблизил и призвал. Вот такими. В той нашей прошлой жизни, о которой мы иногда вспоминаем с таким выражением. Есть, что вспомнить нечего детям рассказать. Вот Он нас любит вот такими. Но
при этом, при всем, Он еще более страстнее желает менять нас, делать нас лучше, преображать. И вот у меня был такой период преображения, один из, какой-то его этап. Было поднято что-то в душе нехорошее такое вот. Вы знаете, у меня были разборки с Богом и с самим собой. И я сидел на кухне, август месяц, аппетита нет, жарко, день. И мне пришло на память вот эта часть стиха из Римлянов, сейчас я посмотрю, чтобы не напутать ничего, из Римлянов 12, 3 стих, там есть выражение: «Не думай о себе более, нежели есть». И меня зацепило. Я начал размышлять, а что я о себе думаю? Кто я? Кто я вообще и кто я в нем? Кем был? И вы знаете, размышления меня повели в бытие, в начало. Вторая глава, 7 стих, я хотел бы его прочитать. «И создал Господь Бог человека из праха земли». И вот тут у меня произошла остановка. То, о чем я сейчас хочу говорить или начал говорить, это весьма острый и весьма узкий угол зрения на определенный вопрос на меня. Итак, я посмотрел, и написано, что создан я из праха земного. Вау. Мы все это знаем, да? Мы же все это знаем, что мы из праха земного. Но мы задумываемся вообще о том, ценность праха земного. Она есть? Я каждый день хожу по праху земному. Я думаю, вы тоже. Вы сильно задумываетесь об этой ценности? Я думаю, нет. Потому что, по сути, она и не ценна. Это то, что наши ноги, ноги животных, птиц, попирают каждый день. И вот из этого я создан. И то, что не имеет ценности, как называется? Ничтожно. Вы помните, да, название сегодняшнего собрания? Он извлекает драгоценное из ничтожного. Понимаете? Ничтожное. Но это не все. Мы же на этом не заканчиваем. Да, кстати, что хотел сказать. Я вчера это говорил на шабате в общине. Такое мини-углубленное понимание. Мы живем на планете Земля, да, и человечество называется как одним словом? Земляне. Мы живем на планете Земля. А знаете, почему мы еще земляне? Мы созданы из Земли. Мы взяты из Земли, и мы ей принадлежим. Поэтому мы земляне. Но это так, отступление. И что Он создал? Он создал человека, да? И мы помним, что Бог наделил Адама, ну, необычайными дарами, талантами. Он назвал всех животных, все население земли. Он назвал, дал имя ему. Он создал нас по образу и подобию. И вот это я бы хотел назвать извлечением номер один. Он взял ничтожное, создал по образу своему и подобию, и ничтожное стало драгоценным, наделенное суверенной волей, созданного по образу и подобию Творца, способное принимать решение. Единственное живое существо, живущее своим волеизъявлением. И мы стали таковыми, драгоценностью. Бог нас извлек для себя. И все было ничего, но однажды, мы знаем, в Эдеме произошла трагедия. На самом деле это трагедия, потому что если бы этой трагедии не было, мы были бы сейчас не здесь. Но точно не здесь мы бы были бы.
Понимаете? Мы даже, наверное, не здесь бы собирались. Мы, может быть, и собирались бы, но как-то по-другому. Но трагедия произошла. И наша ценность начала утрачивать свою цену. Не потому, что Бог от нас отказался. Не потому, что Творец перестал нас любить. Мы начали эволюционировать в грехе. Человечество начало эволюционировать, расти, укрепляться, становиться злым. И дошло дело до такого, что Бог решил сделать извлечение номер два. Человек в своей эволюции греха настолько стал бесценно ничтожным, что Бог решил сделать извлечение номер два. История с Ноем. Весь мир погиб, но одна семья спасена. Мы все знаем, что мы потомки Адама и Евы. Правда? Но мы также потомки Ноя и его детей. Мы потомки Ноя. И это извлечение тоже относится к нам, потому что мы потомки Ноя. И опять Господь, то, что человек сделал ничтожным, его творение, венец творения своими поступками, своей эволюцией, он извлек опять для себя, для того, чтобы дать ему еще один шанс. Раскаялся в том, что он сделал. Радугу поставил на небе, как символ того, что он больше этого с нами делать не будет. Не будет он дальше больше топить. Не слушайте никого. Бог сказал, что не будет больше испытывать землю водой. Не знаю, как насчет огня, но водой точно. И человечество опять начало эволюционировать. Эволюционировать. И дошло до такого состояния, что в псалмах псалмопевец сказал, если взять всех сынов человечества, человека, да, и положить на весы, то они будут что? Легче пустоты. Опять мы, люди, дошли до состояния легче пустоты. Ну ладно, земля, да? Ладно, земля, попираем. А пустота цену имеет? И мы опять эволюционировали в грехах, в то самое ничтожество. Но он, верный, обещавший, любящий, долготерпеливый и многомилостивый, который однажды называет тебя своим и не выпускает из своей руки, он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый, уверовавший в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И каждый, сидящий здесь, и каждый, смотрящий нас, который прославляет имя Иешуа, однажды в свое время пришел к Богу и сказал, я грешен, омой и очисти. Иешуа, я знаю, что ты умер и верю, что ты умер за мои грехи. Очисти меня и омой кровью своей и ранами своими исцели. Сделай меня свободным от всякого плена. Пусть падут всякие ковы и оковы с меня. И когда мы это делаем, та цена, которая за нас заплачена, становится нашей. Каждого. Понимаете, ценность определяется ценой. За нас заплачена величайшая цена. Величайшая. Дороже нет ничего, если даже собрать все вселенные вместе и просто высосать из них все ценные вещества. Дороже не будет. За нас заплатили, и мы опять стали ценными. Вы знаете, мы начали говорить о том, что хочешь изменять мир, начни с себя. То, о чем сейчас я вам рассказал, не как-то в этот период моей тогдашней, вот период того домашнего состояния, оно не как-то не угрузило меня, оно не сделало меня... знаете, таким рвущим на себе волосы, посыпающим голову пеплом, разрывающим на себе одежды. Я просто был обескуражен собственной ценностью.
собственной ценностью. И пришло спокойствие, пришел мир, и пришла трезвость, ну, в отношении самого себя. Чтобы не думать о себе более, нежели ты есть. Там есть другая часть стиха. Но каждый думай по мере веры, которую тебе дал Бог Отец. Понимаете? Есть мера, по которой мы можем думать о себе, но не более. И та ценность, которая сегодня Бог дал нам, она нас показывает, что мы извлечены из ничтожества. Но происходит еще один интересный процесс. Я думаю, он будет с нами происходить до самой нашей смерти. Каждому свое время. Теперь Господь ничтожество извлекает из нас. Все то плохое, все то, что заставляет нас внутри содрогаться и сжиматься от переживания собственной нечистоты, несовершенства, каких-то еще грехов и прегрешений, если мы к Нему приходим, Он это забирает и извлекает из нас. Вы когда-нибудь задумывались, как добывается золото? У кого-то есть золотые украшения? Кто скажет? Сейчас скажем. Есть золотые украшения. Как они появляются, эти золотые украшения? Видали когда-нибудь фото или видео золотых приисков? Это огромные ямы в земле с огромной тяжелой техникой. Куча людей, которые постоянно перелопачивают огромные массы бесценной земли для того, чтобы оттуда извлечь драгоценное. Но это золото. Потом это золото куда едет? На горно-обогатительную фабрику. Где с ним что происходит? Его плавят. Для чего его плавят? Не для того, чтобы сделать кольца. Это потом. Это все потом. Его очищают. Его огнем очищают. Удаляют из него шлаки. Его извлекли из ничтожного, а теперь его переплавляют, чтобы ничтожное извлечь из него. И тогда золото становится золотом. Почему говорю о золоте? Да потому что Господь говорит: «Я сделаю тебя, как золото, дважды огнем очищенное». Вот так и этого из нас извлекает всякое ничтожное, что в нас еще есть от ветхого и греховного. И этот его труд в нашей жизни постоянен. Это проявление его любви и милости. Потому что если бы не Иешуа, если бы не благодать, какими бы мы благими делами не прославились бы на этой земле, всем нам быть в одном месте. Свалки вселенной под названием ад. А так мы, а кто мы в Иешуа? Сонаследники, дети, сыны, дочери, народ Божий, который станет царством священников, мы его драгоценность. И напоследок хочу такое свидетельство. Был такой период у нас в общине, в процессе мы как довольно часто собирались для каких-то общих молитв. Знаете, есть общий молитв. Это вот такой был особо нагнетенный период молитвенный. И Бог в этот период очень часто показывал мне видение. Одно то же самое. Вернее, как оно по сути было одно то же самое, но это было, знаете, как огромное. Кто смотрел фильм «Али Баба и 40 разбойников»? И когда туда Али зашел в пещеру, а там что? Завалено драгоценное золото, камни, драгметаллы, драгоценностью завалено. И вот у меня было длительное время в молитвах общих общины видение вот этого вот пещеры, заваленной золотом, заваленная камнями. Я спрашивал, я вижу, говорю: «Господи, а что это?» А мне было всего лишь один ответ: «А это вы, в моих глазах. Вы мои сокровища, вы моя драгоценность». Поэтому в нем мы его сокровища, и мы его драгоценность. Аминь.
Але якщо ми не знаємо історії нашої, то я вам хочу сказати. Єшуа. Вперед, треба почувствовать ти. Твоя нога, одна ли вторая, вперед, впереди. Ашмина, Бемало, Дошим, Ори, Кезохар, Ахатракия, Маскарин, Дани.